Елена Титова – это самая важная тема в жизни каждого. Рано или поздно приходит осознание, что ничто в жизни не может насытить. Все тлен. Никто и ничто не может удовлетворить. И тогда начинается поиск «Кто я?». Я абсолютно согласен с Еленой Титовой. И я уверен в том, что главное в жизни – каждого человека, это познать, кто он есть на самом деле. Увидеть это и стать этим истинным «я». И тогда взгляд на мир со стороны истинного «я», оно никому не сделает вреда. Никому. Потому что мысли о том, что сейчас надо взять и завоевать там другую страну, убить этого человека, заработать денег, и посредством заработка ты вроде бы как вынужден сейчас обмануть, обхитрить, отобрать, украсть и сделать других людей несчастливыми, но зато ты убежден, что... Но зато я счастлив, зато я сделаю счастливыми своих родителей, друзей и близких. У истинного и настоящего и фундаментального «я», каждого «я», не будет таких мыслей. Они будут, но истинное «я» с ними не отождествляется, оно не идет у них на поводу. И